Тут не совсем все заброшено. Здесь хотя бы когда что-то сломали, взяли и аккуратно сложили, видите? Так что у нас в России есть люди, которые до сих пор любят порядок. Но это похоже даже на моих родственников. Вот, видите? Не просто сломали, а аккуратно сложили. Так что ломать можно тоже аккуратно. Так, а это что такое? Вот такие всякие штуки, бункеры. Но самое интересное, почему я достала телефон, это такой вот бункер небольшой. Это в стиле лафис. Сердечко. Возможно, это были какие-то очень любвеобильные бомжи. А это гроб. Ящик какой-то. Ой, мамочка. Ой, ну какая-то свалка. Банки, склянки. Заброшенный туалет. Еще один заброшенный туалет. Ну, такой туалет не стасись. А это что такое? Заброшенный сапог. О, еще один комодный ботинки. Камуфляж зеленый мох. Причем их два. Это не совсем эксклюзивная коллекция. Прошлая коллекция прошлого лета. А, нет, их три. Ну да, но все-таки. Да, нет, есть несколько еще. Если надо, модные ботинки после коллекции. Вот, можно сделать. Вот, а вот и этот замечательный бункер. И не говорите, что Бога нет. Видите, вот она, любовь. Она по кругу, вокруг. Просто мы ее не замечаем. Даже в бункере. Кстати, это, наверное, тоже было бы не бомбоубежище, да? Вот так. Тут тоже кто-то аккуратно сложил сумочку, может, муравей. Так, птичка. Вот что пока. Резина. Ну не может же быть люк в виде сердечка, да? Понятно, это была канализация. Это руины древней канализации, а может, не очень. А вот это интересно. Опять ботинки. А я не знаю, что это. Но это похоже вообще-то на мрамор. А вот, может быть, кто-нибудь знает, что это такое, напишет в комментариях. Было бы тоже очень интересно узнать, что такое. Здесь вот такие вот есть штуки. А внутри здесь есть выемка. Вот, это кажется мрамор, да? Или гранит такой. Вот кто-то узнает эту вещь. Ну и на заброшенное какое-то предприятие. И на те мешки, в которых что-то лежало на заброшенном химзаводе. Там тоже были похожие вещи. Мраморы всякие разбросаны. Может, это и не мрамор. Хотя это очень похоже на мрамор. Но он слишком идеальный для мрамора. Мне так кажется. Может быть, кто-то узнает. Ну, вот так же. Какой-то мешок валяет. С каким-то, а, то есть с бетоном. С цементом. Тут не совсем все заброшено. Здесь хотя бы, когда что-то сломали, взяли и аккуратно сложили, видите? Так что у нас в России есть люди, которые до сих пор любят порядок. Но это похоже даже на моих родственников. Вот, видите? Не просто сломали, а аккуратно сложили. Так что ломать можно тоже аккуратно. Так, а это что такое? Вот такие всякие штуки, бункеры. Но самое интересное, почему я достала телефон. Это такой вот бункер небольшой.
это в стиле лафис сердечко. Возможно, это были какие-то очень любвеобильные бомжи. Один гроб, ящик какой-то. Ой, мамочки. Ой, ну какая-то свалка. Банки, склянки. Заброшенный туалет. Еще один заброшенный туалет. Ну такой туалет не стасис. А это что такое? Заброшенный сапог. О, еще один комодный ботинки. Камуфляж зеленый мох. Причем их два. Это не совсем эксклюзивная коллекция. Прошлая коллекция, прошлого лета. А, нет, их три. Ну да, но все-таки. Да, нет, есть несколько еще. Если надо, модные ботинки прошлой коллекции. Вот, можно сделать купить. Вот, а вот мы получаем даже этот замечательный. В Интере. Кстати, это, наверное, тоже было не бомбоубежище, да? Вот так вот.